Эфирде саба программасы «Достлар» ве бізім студиямызда кенеде мусафырлерімізна қабыл етеміз. Гузель бұл клипны сейреттік, вешімді есе бұл музыкаль далғаны девам етпеге істейік, ама әнді ән гузель бізім милли қырым татар ойынлар мезусына кечейік. Эбе, достлар, санат ақында лаф етеджеміз бізім милли ойынларымыз ақында лаф етеджеміз, чүнкі бізім милли ойынларымыз халқымызның рухыны яшаталар. Ветамам ойынларымыз ақта бізім мұсафилерімізні сұрачамыз. Студиямызда Эльмар Усейнов ве Азиз Мустафаев. Фидан адлы ойын студиясының реберлері ве Эльнара Абибулаева ойынжы. Сәлем алейкум, хош келдіңіз студиямызға. Хош келдіңіз. Насылсыңыз? Яхшы. Есть ли у вас секрет бодрого пробуждения по утрам? Конечно. Хайтарма. Чашечку кофе, пробежка, хайтарма и плотненько на работу потом. Можно. То есть на самом деле у вас каждое утро начинается с хайтармы? Ну, в основном. С музыки. С музыки, в основном, да. Это с музыки, потому что в любом случае просыпаешься уже с какой-то музыкой, там, включаешь либо же телевизор и под клипы все это быстренько собираешься и в ритме танца, в ритме музыки. Эльмар Бей, когда и как возникла идея создать студию крымско-татарского танца? И у кого возникла? Ну, идея вообще возникновения студии, ансамбля уже давно крутилась в наших, скажем так, мыслях в голове. Сами мы еще когда были участниками и работали в ансамбле «Хрым», тогда уже идея была. Потом, когда уже вышли с ансамбля, пытались найти помещение, пытались как-то все это совместить с финансовой стороны и со стороны названия и так далее, как бы. Потом уже договорились Азиз, Усин, я, мы в первую очередь, мы три друга. Сели за чашечкой кофе в кафе, долго думали о названии, долго думали где. Так вот и возникло год назад, решили открыться. Открыв, вот как бы работаем. А почему именно Фидан? Ну, Фидан — это росток. И мы решили вот как именно с росточка. А, и ваши ученики как будто росли. Ну да. Которые в будущем вырастут такие уже крепкие растения, смотрите, которые шала, да, уверенно стоят на ногах. И шала, чтобы это было так. Чтобы обучать кого-либо танцам, да еще и на таком серьезном уровне, нужно и самому иметь огромный опыт. У вас он есть. Расскажите, как вы пришли к танцам. Ну, допустим, я с детства как-то, меня Анашка все хотела на бальные танцы отдать, а я попал, получается, сколько, в 4 годика я попал на концерт у Чансу, и это был для меня такое вдохновение. Я сказал, что если на танцы, я только туда пойду. И вот 6 лет отдали на танцы, и это все как-то завязалось, закрутилось и пошло. То есть для меня это в первую очередь было танцы, а потом уже учеба и школа, и все остальное. И потом со временем как-то вот уже вышел более на профессиональный уровень, там на работу пригласили в ансамбль. И из-за этого вот поступил в университет культуры, закончил бакалавр, сейчас прохожу обучение магистратуры. То есть уже полностью впитываю эту хореографию полностью и с научной стороны, и как бы, чтобы знать полностью, как правильно обучать, что нужно, что... Жизнь в ритме танца, так сказать. Да. Угу. Нара, как давно ты танцуешь? Ну, именно профессионально я начала заниматься год назад, когда только открылась студия «Фидан». Угу. Вот. А так тоже я с детства всегда очень любила танцевать. И уже когда подросла, поняла, что хочу нашими народными танцами заниматься. Я очень рада этому. То есть в других жанрах ты не танцуешь, только народные танцы? Пока только народные, да. Угу. А какие танцы еще вы преподаете в ансамбле «Фидан»? Не, ансамбль «Фидан» вообще мы как бы изначально, когда создавали его, идея была только на крымско-татарском. Угу. Потому что как нам, как нас, вернее, влюбили в этот танец, то же самое мы хотели именно с маленького возраста дать любовь детям, чтобы они любили свой танец, чтобы они понимали, что есть вот такие-то танцы. И потом уже со временем, когда дети немножечко будут уже знакомы с нашими традиционными танцами, тогда уже можно внедрять и другие.
Ну, вообще у меня как бы идея такая, что не идея, а, наверное, девиз такой. Не зная своего, не лезь в чужое. Вот. А так вообще параллельно у нас при еще как бы есть студия Фидан, есть еще Асапати, это вот руководитель Азиз, это именно по кавказ танцам. А какого возраста детки к вам ходят? Ну, у нас набор идет с 4 лет, но иногда приводит и самый маленький, у нас есть 2,5 годика, но это такой чипчешка, которую мы с ним даже, можно сказать, даже не танцуем, мы все, потому что его девочки обнимают, любят, целуют. То есть у него нет времени на танцы. Да, он у нас очень такой сладкий пацан, который мы гордимся, что он у нас есть, потому что он такой именно способный мальчик. Несмотря на свой маленький возраст, он за всеми пытается за нами повторить, и уже и чубан, он там пытается с таяхом там что-то крутить. Он разговаривает уже? Ну, она кабабака. Ага, то есть он еще полностью не разговаривает, но танцует. Нет, но это то, что хорошо, то, что это он уже нас понимает. Потому что в первую очередь, мы, когда родители приводят своих маленьких детей, мы спрашиваем, чтобы хотя бы дети нас понимали. Это в первую очередь. А потом уже все остальное. Ребенок может не говорить, но если он понимает, о чем мы говорим, то это хорошо. Потому что бывают такие, которые чисто на татарском разговаривают, бывают чисто, которые разговаривают на русском. И уже мы здесь и подстраиваемся. То есть занятия у вас тоже на крымско-татарском проходят отчасти? Нет, стараемся вести, но пока только трышамас. Машалла. А сколько учеников у вас всего? Ну, если совмещать полностью всю группу, то можно подсчитать там. Пока мы же говорим маленький коллектив, нам молодой. Молодой. Ну, где-то около 60, наверное, да, человек, если всех подсчитать. Плюс еще Асапати, то это еще плюс 30 или 40 человек. А у вас делится по группам? Младшая группа? У нас есть маленькая группа, которая до 6 лет, есть с 6 до 10 лет, с 10 и выше. А потом уже и так до 90 доходим. То есть верхнего предела нет, можно любому прийти? Любому прийти, но только когда уже 90, то лучше справочку принести, потому что есть нагрузка. А с какого возраста лучше начать заниматься? Ну, танцевать можно с любого возраста, потому что там даже, когда еще ребенок даже не начал ходить, он уже дом мало, его уже начинают. А так, самое главное, чтобы ребенок просто, говорю же, не плакал немножечко так. Потому что тяжело с такими детками, когда плачут. Но гении, справляемся, пытаемся найти подход из двух, с трех сторон. Это очень хорошо, это просто то, что настроя, и мы пытаемся. И Саусон Эльнара, она нам всегда в помощь. Всегда постарается тоже, потому что иногда есть маленькие дети, которые мужской голос услышат, мы сразу: «Эльнара, иди туда», он плачет. То есть Эльнара уже заменяет иногда, когда... Ну, иногда стараемся, да. Мы, топ-то, как бы мы доверяем ей детей. Это наш человек, который палочка-выручалочка наша. А бывает ли у вас такое, что приходит человек и говорит: вот у меня скоро свадьба, но я вообще не умею танцевать, сделайте что-нибудь? Ну, это, кажется, сегодня проблема номер самое один. Актуально, да? Это да, это она актуально. Она решаема, скажите. Конечно, решаема. Мы потихонечку стараемся каждый раз что-то добавлять. Плюс это очень хорошо, что сейчас это модно же. Это когда Келлинг-Йофф приходят и говорят, что мы хотим именно открыть свадьбу свою, вот Агравахайтарма, чтобы именно миллионы. Это очень хорошо, то, что молодежь сейчас начинает это понимать, что они стремятся к этому, это очень хорошо. И плюс таких пар очень много, которые сейчас приходят и пытаются что-то научиться. А как часто нужно заниматься, чтобы вот научиться? В неделю, допустим, сколько занятий нужно? Здесь, наверное, вопрос будет встречный. С какой целью? Для себя или ты уже в будущем? Ну, допустим, вот Эльнара у нас, она, придя к нам, у нее возникла такая идея параллельно своему университету. Она хочет поступить по танцам, да, университет культуры. Здесь уже с какой целью ты идешь? Если для себя, то есть это стандартно, 2 раза в неделю по 2 часа, это стандарт. То есть если это уже идет, допустим, куда-то, вот, допустим, поступление в университет, либо же подготовка куда-то в театр, да, на работу, то желательно каждый день. И, ну, опять-таки же, заниматься не только там, надо обязательно знать, ну, классику и все. Основы танца. Все, основу. То есть каждый день 2-3 часа уделять только этому. А как? Мы знаем, что вы преподаете еще и народные танцы других народов. Насколько популярны другие танцы, в частности, вот кавказские народные танцы?
Сколько ли они актуальны в Крыму на сегодняшний день? На сегодняшний день не сказать, что уже прошел тот момент, конечно, был момент того, что я еще не преподавал, но мне это нравилось, как бы я с детства этим занимаюсь, изучаю, как бы. Но был момент, когда наши ребята очень вот, и мне это, честно говоря, не нравилось, да. Они именно вот это зажгли что-то, и вот постоянно где-то на свадьбах, на всяких мероприятиях вот это вот крутилось, мне самому это не нравилось. Сейчас молодые ребята, девушки более вот к нашей культуре, да, к нашим танцам начали приводить. Но опять-таки же приходят для себя, там занимаются, то есть где-то для себя что-то. Ну, в любом случае это танцы такие зажигательные, музыка более зажигательная. В любом случае этот танец знают, если во всем мире, так это точно. И опять-таки, если человек знает хотя бы что-то чуть-чуть от других народов, это плюс человеку, ну, ему же плюс будет. И если где-то вдруг на свадьбе заиграет лезгинка, нужно быть подготовленным. Но я это, конечно, если заниматься для себя, то для себя я всегда говорю, что если вот есть концерт определенный, там на сцене можно станцевать, да, там, но не так, что вот на наших свадьбах ты там ходишь на эти танцы, и на наших свадьбах ты выходишь и вот там зажигаешь это, то я это не приветствую. И сам говорю, что это мы учимся, мы делаем для себя, мы делаем это показать на сцене, чтобы знали, что да, в Крыму есть такие ребята, которые умеют танцевать. Потому что многие говорят, что кроме нас никто так наш танец не станцует. А мы, да, мы хотим доказать то, что мы, будучи крымскими татарами, можем танцевать и свои танцы, и другие танцы других народов. То есть вот к этому мы стремимся. На сцене это показывают. Какие сцены вы уже покорили? Где выступали? Сцены пока покорили только вот в нашем Крыму. Да, выезжали на конкурсы, на фестивали. В планах, конечно, Сметулса есть покорять и другие сцены мира. Но это все, конечно, будет зависеть от того, что от нашей плодотворной работы, от как это дети будут впитывать, как будут дети сами развиваться, то, конечно, Сметулса будем. А готовитесь ли сейчас к каким-нибудь конкурсам, фестивалям? Ну вот буквально недавно мы заняли первое место. Ага. И плюс лауреатами стали. И вот теперь... Вы молчите. А что это был за конкурс? Мы просто скромные. Был конкурс, он проходил в университете в нашем, да, кажется? В Крымском инженерном университете. Хрым Нахмелера. И вот мы прошли в следующий тур, скажем так, и вот, который будет проходить в Феодосии. И вот мы сейчас готовим детей туда, как и младшую группу, так и старшую группу. Плюс до этого мы еще участвовали тоже. Он, кажется, будет то ли в Севастополе, то ли в Паторе проходить. Следующий. Тоже вот туда же он готовится. Пока мы, говорю же, опять же, мы только начинающие, мы вот только первые шажочки делаем в мир танцевального искусства. Все зависит от наших деток. Расскажите немножко о планах на будущее. То есть вы планируете расширяться, развиваться? Сметать всех, вот уже буквально сегодня-завтра. Вот готовится до конца. Студия, топтозал. В Евпатории мы вот открываем и, скажем так, пользуясь случаем. Конечно. Мы делаем набор. Сейчас он там идет с 4 лет и на старшую группу до 16, кажется. Будем пока так. Пока с 4 до 16. В Евпатории набирается, так что все жители Евпатории, пожалуйста, приходите, обращайтесь. Номера в интернете уже есть. Сейчас, сегодня, кажется, мы будем, да, запускать уже и в Инстаграме, и плюс, и так далее. Всех соцсетях. И в сентябре также мы уже и в свою группу, которая в Симферополе существующая, тоже будем открывать свои двери. Так что добро пожаловать. Воспитанники ансамбля подготовили для нас сюрприз, подарок. Эльнара, что вы сегодня будете танцевать? Мы сегодня будем танцевать хай-торму. И мы очень рады, что у нас есть такая возможность показать наши возможности, чему мы научились. Мы с нетерпением ждем, но перед этим, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Здесь. С
здоровья, улыбки, чтобы никогда не спадали на ваших лицах, энергии, танцуйте, чтобы жизнь проходила не в суматохе, а в ритме танца, чтобы это было все весело и красиво. Эльнара? Любите свою культуру, конечно же, и всегда радуйтесь жизни. Самое главное. Да. Урбус? Поддерживаю всех. Да, любите, любите свою культуру, познавайте ее, потому что свою культуру нужно знать, все традиции своего народа нужно знать, чтобы потом с чего-то и будет строиться ваше дерево, скажем так. Всем здоровья, улыбок, улыбок и еще раз улыбок. Это самое главное. Вы сізге муафақиятлер тілейміз, иджади муафақиятлер, ве яңы-яңы саналарда чықышларнен болыны бұзым қырым татар меденіетімізні көстермек. Сау олыңыз. Сау олыңыз. Болеліктен, достар, бүгін бұзым студиямызда Фидан ансамблінің реберлері ве ойыншылары болыналар. Ашымды есе бұ ансамблден бізге музыкал әдие олажақ, яне ансамблінің ұшырақчырері бізге ойын көстері джеклер бұзым милли қайтармамызны, біз сабырсызлықнен беклейміз, амашымды біраз бір левқамызны сейретейік. Бұл левқадан соң есе қайтарма ойыны.